В столичном горсуде поделились данными о том, как изменился подход к взаимодействию госорганов и частных лиц. С июля 2021 года начал функционировать новый административный процедурно-процессуальный кодекс. Все публично-правовые споры рассматривают вновь образованные административные суды. Там можно примириться или оспорить решения государственных ведомств. Чаще всего исками оспариваются действия частных судебных исполнителей, органов Минфина, налоговые и жилищные споры, а также несогласия по госзакупкам. За 3 месяца этого года уже поступило 954 административных иска. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным представителей судебной коллегии Астаны, сейчас около 60% дел заканчиваются в пользу граждан и бизнеса. Что с государственными органами примириться ранее невозможно было. Сейчас эта ситуация также изменилась. Государственные органы, с учетом правового мнения судьи, с учетом активной позиции судьи, уже приходят к примирению. Где-то признают свои ошибки, где-то уже в рамках судебного разбирательства устраняют эти ошибки. Уже за неполный короткий месяц у нас 145 примирений с государственными органами в целом, с органами, административными органами в целом. В прошлом году у нас, если мне память не изменяет, 856 было.